Добрый день, кто зашел ко мне на канал. Меня зовут Валентина. Вы знаете, я поменяла свое мнение о вот этом красивом рогатом овоще, который называется кивана. Я, конечно, очень рано сделала вывод в своем видео, которое я показывала летом. Вот, когда поспели и стали вот созревать, мы стали их вот пробовать. И что интересно оказалось, есть, оказывается, разные сорта в этого овоща кивана. Смотрите, какой он красивый, когда полностью созревает. Прям он становится такой оранжевый, и мякоть такая вот сочная, красивая, вот на вид такая зеленоватый оттеночек такой вот, как вот видите. А вот это кивана еще как бы созревает, оно еще полуспелости. Оказывается, есть разные сорта. Одни придают горьковатый такой привкус, другие вообще безвкусные. А вот этот созревший, когда вот мы его разрезали, такой пошел запах, прямо вот дыня с помесью огурца. И на вид красивый сам. Вот посмотрите, даже в разрезе красивый, прям как на солнышке, прям сверкает. Вот. Дыня с помесью огурца, как я сказала. На вкус, вот если его кушаешь, как арбуз, ну только вот что не сладкий. Кушать его просто так, конечно, не будешь. Это бесполезно и невкусно получается. Но когда добавляешь, сок добавляешь или мороженое, или смузи делаешь, это просто необыкновенная вкуснятина. Особенно вот в этом плоде созрели полностью семечки. Смотрите, я вот собрала в стаканчике их семена. Вот я их потом промою и высушу их, и будут у меня свои семена. Тем более, что этот плод не гибрид. И что интересно, как оказалось, что я нашла очень хорошую статью, пишет там агроном Субботин. Он пишет об этом плоде кивана. Выращивает он около 5 лет у себя на огороде, на даче. И как пишет агроном, в этом кивана очень содержится много витаминов. Самое главное, что он нормализует давление, очищает кровь и действует как общеукрепляющее всего нашего организма. Поэтому этот фрукт должен у нас быть на столе хоть изредка и появляться в нашем меню. В любом варианте, с мороженым, соком, смузи, да как угодно. Так что выращивайте на огороде. Я свое мнение беру обратно. Я сначала делала себе маски, а потом перешла вот на приготовление соков, смузи и очень даже довольна. Главное, что нужно, чтобы они поспели. И лучше, конечно, я сделала вывод и на следующий год я себе это обязательно сделаю. И я их посажу в теплице, место выделю и кустика 2 посажу. Ну и на улице. Если будет погода не такие вот заморозки, как в этом году, я думаю, что он созреет. Но можно и зелеными сорвать. И они потом, видите, как прекрасно дозревают в домашних условиях. Так что вот так. Я изменила свое мнение об этом кивана и буду выращивать. Приготовим напиток из кивана. Нам нужен сахар, пол лимона и сам фрукт кивана. Разрезаем наш кивана вдоль. И всю мякоть вот эту мы выбираем ложечкой. Смотрите, с одного кивана у нас сколько получается этой смеси. И будет у нас какой напиток красивый. Все это сейчас мы перетрем на блендере. Семечками прямо. Через ситечко мы процедим. Выливаем наш напиток. Вот такой он красивый. Режем наш лимон пополам и выдавливаем сок. Вливаем сок лимона. Добавляем лимончик и по желанию сахара, кто сколько может. Я добавлю небольшую ложечку. Это на любителя. Наш напиток готов. Вот такой красивый напиток у нас получился.
Теперь можно и насладиться самыми полезными витаминами, которые находятся в этом овоще или фрукте. Всем спасибо, кто посмотрел. Я желаю вам хороших всех урожаев. Пока-пока.